Всем привет! Купили в магазине холодильник.ру вот такого красавца. Холодильник фирмы Атлант. Вот он. 1,97 м. У нас частный дом, поэтому он практически под потолок. Так, вот здесь находится панель управления. Тут можно настраивать температуру в морозильной камере, температуру в холодильной камере. Это кнопка включения, режим эко, режим охлаждения напитков. Ну, с остальными пока не совсем разобрались кнопочками, но разберемся, потому что инструкция очень подробная есть к нему. Вот, показываю внутренности. А, еще покажу модель, которую купили. Вот XM4623-109-ND. Вот что по наличию. Полочка для бутылок. Емкость дополнительная, такую нужная. Масленка. Вот такой вот отсек для хранения фруктов, овощей. Так выдвигается. Вот так. Вот здесь вот регулируется уровень влажности от высокого до низкого. То есть какой вам необходим. Вот так вот сдвигаете эту штучку и вот регулируете. Далее, что из такого необычного. Это складная полочка, видите? Если ставите, допустим, что-то вот на эту полку высокое, и полочка вам мешается, ее вот так можно сдвинуть. Сейчас покажу, как она выдвигается. Так вот. Раз и чуть-чуть вот так наверх. Вот. Все. Вот теперь она, как все полочки, по длине. Сейчас покажу, как она убирается. Немножко на себя. Так, раз и заводите. Все. Теперь она вот такая коротенькая. Так, теперь рассмотрим дверцу. На дверце вверху есть закрытая полочка, есть открытая. Здесь есть ячейка для яиц и для зон для бутылок. Есть ограничитель, то есть если хотите вот так вот крепить что-то, вот, он передвигается. И небольшое такое отсек для хранения чего-то, ну, небольшого, мелкого. Вот так вот выглядит. Это морозильная камера. Сейчас покажу вам. Ой, морозильная, это холодильная, наоборот, камера. Сейчас покажу вам морозильную камеру. Так, вот морозилка. Морозилку мы искали специально большую. Она большая, состоит из 4 отсеков. Из 4. Сейчас покажу отсеки. Вот на отсеках нарисованы продукты и сколько по количеству дней их можно хранить. Такая напоминалка. Вот такой вот ящичек. Также есть в этом холодильнике Big Box, то есть большой бокс, куда можно сложить что-то крупное, заморозить. Он такой достаточно крупный. Вот. Смотрите, сравнение, допустим, с рукой вот так. Как бы не очень понятно. Но он очень большой. Дальше. И еще 2 отсека. Тоже как, ну, не маленькие, скажем так.
Также на дверце имеются такие небольшие полочки, чтобы хранить что-то небольшое. Вот, вот такая морозилка. Вот здесь вот таким образом открывается морозилка. Такая выемка как бы на двери. А в холодильнике, в холодильной камере, если заметили, здесь нет ручек. Кому это важно, кому, допустим, там ну, кухня небольшая, и как-то там открывается, мешается ручка. Вот здесь также внизу небольшая выемка, с которой так раз, цепляешь и открываешь дверцу. Также она имеется вот с этой стороны. Это на тот случай, если вы захотите перевесить дверь, вам нужно, чтобы она открывалась наоборот, вот отсюда. Не как у нас отсюда, а отсюда. Вот. Также дверцы спокойно перевешиваются в другую сторону, чтобы было удобно открывать. С этой стороны тоже выемка есть. Ну вот, в общем-то, и все. Холодильник нам очень понравился. Он всем устроен. То есть я вполне его советую. Особенно тем, кому нужна большая морозилка, чтобы хранить замороженные овощи, фрукты, ягоды и так далее. Спасибо.